Елена Кузьменко стала первым заместителем министра здравоохранения региона во второй раз. В 2016 году Елену Кузьменко назначили первым заместителем министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области. В начале 2019 года она по собственному желанию перевелась на должность врача-инфекциониста ГУЗ Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Последние месяцы вся тяжесть мобилизации медучреждений Колымы легла на плечи главного инфекциониста Елены Кузьменко и ее коллег, говорят специалисты. В сжатые сроки была проделана колоссальная работа. Обозначена маршрутизация заболевших, организованы инфекционные стационары и выстроено реанимационное отделение, приобретено недостающее медоборудование, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Оснащены общежития для медиков в госпиталях. С 1 июля новый первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики региона приступит к обязанностям.